Спасли люди благодаря внимательной соседке в Гусь-Хрустальном. Пожарные вынесли из огня женщину и ее сына-подростка. ЧП произошло вечером 7 октября по адресу улицы Микрорайон, дом 32. На пульт центрального пункта пожарной связи Гусь-Хрустального в 18:25 позвонила женщина и сообщила, что в квартире соседи раздается какой-то шум и пахнет дымом. На место сразу же отправились пожарные расчеты. По прибытию спасатели обнаружили, что на верхних, 4-м и 5-м этажах сильное задымление. Людей из здания пришлось эвакуировать. К тому моменту соседи уже открыли дверь в квартиру, где разгорелся пожар. В помещении находились женщина 1970 года рождения и мальчик 2004. Проникнув в помещение, охваченное дымом, пожарные обнаружили на кровати женщину и мальчика, которые уже были без сознания. Сотрудники МЧС незамедлительно вынесли пострадавших на улицу и передали карете скорой помощи. В настоящее время спасенные диагнозом отравления угарным газом находятся в центральной городской больнице. Причины пожара сейчас устанавливаются. Ликвидировать открытое горение сотрудникам МЧС удалось через 35 минут после поступления сообщения о пожаре. От пламени пострадало имущество и внутренняя отделка комнаты на площади в 10 квадратных метров.